Возвращение в высшую лигу области – важнейшее событие для саровского хоккея. К нему спортсмены шли долгих 8 лет. 7 лет в нашем городе вообще не было любительской команды. Год назад, благодаря поддержке компании «Саровинвест», саровчане не просто вернулись, ворвались в региональный хоккей, став чемпионами первой лиги. И вот, наконец, первый домашний матч в высшей лиге. Сегодня мы начинаем серию домашних игр высшей лиги Нижегородской области. Я рад, что наша команда вернулась на заслуженное место в своем чемпионате после длительного перерыва. Игрокам я хочу пожелать, пусть победит сильнейший, а зрителям красивой игры и ярких эмоций. С первых минут матча «Саровинвест» заявил о себе как о серьезном сопернике, распечатав ворота павловцев. Гости не растерялись и ответили шайбой. Первый период закончился в ничью. Впрочем, уже во втором саровчане доказали свое превосходство. Нашим спортсменам удалось отправить ворота соперника сразу 6 шайб, пропустив свои всего лишь 2. На перерыв команды ушли со счетом 7-3. Нормально играть, лучше во много раз, чем вот эти ребята с Павлова. Ну а что там, их вообще-то меньше, чем наши. И наши пошустрее. Ну, я думаю, еще будут шайбы-то будут. Хорошая игра, ребята молодцы наши. Заметно намного сильнее играют, чем Павлов. Для города хороший хоккей показывают. В третьем периоде саровчане продолжили атаки на ворота соперника. На первых минутах отправили очередную шайбу, а после и еще одну. На протяжении всего периода павловцы вели активную игру и не раз близко подходили к нашим воротам. Но отыграться и вырвать победу у саровчан им так и не удалось. Итог матча 9-5. У вас хорошая команда, быстрая команда. Понравилось. Вот. Ну, хотелось бы лучше. Ну, в общем-то, для сегодняшней игры этот результат вполне устраивает. То есть мы особо тут ни на что не надеялись. Статус лиги в этом году выше, но цели перед собой команда ставит все те же. Радовать болельщиков яркой игрой и, конечно же, привести в Саров кубок. Войти в тройку, в призеры – это минимум задачи стоит. Максимум – выиграть чемпионат. Следующую игру хоккеисты проведут на выезде 24 ноября в Кстово. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».